Осенняя погода, конечно, вносит свои коррективы в график ремонтных работ на дворовых территориях в различных участках города, но в целом не препятствует их проведению. На благоустройство одной площадки уходит примерно месяц, в зависимости от ее размеров и объема реконструкции. В настоящее время еще проводятся работы по ремонту дворовых территорий на улице Молодогвардейской, на Партизанском проспекте, на улице Гоголя в двух местах, на Смирнова. Как бы стараемся затронуть каждый микрорайон, где-то помочь людям. Допустим, на Гоголя делаем новая мелкоштучная плитка будет лежать во дворах. Где-то будет замена дорожного борта и тротуарного борта. И также по возможности стараем делать освещение, потому что это тоже проблема номер один. Сейчас уже рано темнеет. Поздно светает, поэтому тоже очень много вопросов было. Много вопросов было и по поводу пришедшей в негодность стенажной плитки возле домов 318 и 320 по улице Московской. Жильцы давно требовали ремонта. Этот вопрос был решен положительно. На благоустройство данной территории выделили 180 тысяч рублей и пообещали начать с ноября. А то, что начало работ стартовало на 2 месяца раньше, стало приятным сюрпризом. С 94 года мы здесь живем. Поселились. Машины плитку полностью всю повыбивали. Было одни осколочки. А сейчас глянь, какую красоту. Может, из-за этого, что дом этот новый строят, и нам сделают красивый ремонт дороги. Это отлично. Мы весьма довольны. Вскоре здесь появится новое асфальтобетонное покрытие. Работа спорится, ведь на этом участке дорожным рабочим активно помогают студенты политехнического колледжа. Нам мастер дал задание, конкретное задание, чтобы мы разобрали плитку и погрузили ее, чтобы потом положили новую. Я студент, и сейчас в ходе практики мы получаем свою непосредственную специальность. Мы работали на многих объектах, и очень приятно видеть, когда здесь готовый результат, и когда видишь результат своего труда. Каждый из нас способен оценить качественно сделанную работу. Но так как в вопросе ремонта дворовых территорий все упирается в финансы, все и сразу сделать не получится. Заявок поступает много, поэтому так или иначе кому-то придется потерпеть. Стоит отметить, что на текущий период времени на благоустройство дворовых территорий из городского бюджета выделено более 1 000 000 рублей.